Всем привет! Сегодня пятница, 19-е, вышло солнышко, небо чистое, день замечательный. Долго я ждала, когда тарахтелка в соседнем отеле замолчит, но, видимо, они не планируют молчать, поэтому решила так быстренько показать нашу погоду. Как мы проводим дни? Я не скажу. Вот так я сегодня выгляжу. Одела я сегодня костюмчик желтый. Не всегда его одеваю, потому что, ну, я вам говорила, я не взяла под него обувь. Поэтому придется одеть белые кроссовки. В кроссовках смотрится красиво, но, вы сами понимаете, ноги загорают, и поэтому не хочется, чтобы был вид загорелых ног в виде кроссовок, чтобы ступни были белые, поэтому кроссовки я стараюсь не брать. Ну и розовые тапочки тут совсем нелепо смотрятся, поэтому сейчас пойду по делам в кроссовках. Что я хочу... Так, сзади меня наш отель. Кстати, я, наверное, ни разу не сказала, он называется «Долина Сукко». Очень мне нравится отель. Я прямо настолько им довольна, настолько он чистый и классный. Вчера в соседнем отеле, видимо, въехали новенькие. Какая-то там певица, то не настоящая певица, а женщина с голосом, с очень громким голосом. И они вчера в караоке все пели, пили и пели. И чем ближе к ночи, тем громче. И переходя на оперные какие-то вопли. Ну, в общем, весело вчера было с этими оперными певицами. Ну, вроде и повеселились. Единственное, что мне, ну, не единственное, а очередное, что мне очень нравится в этих отелях. В 11 все выключается. И все посетители предупреждены, даже те, которые пьют во дворе, тихо. Вести себя тихо, громких смехов нет. То есть ведут себя достаточно... Ой, что мне тут прилипло. Ведут себя достаточно хорошо, скромно. Вот, поэтому мы дойдем, слушали эту певицу, а потом все умолкло. Но мне больше нравится, когда звучит все-таки голос певцов настоящих, и когда включена музыка нормальная, чем вот такое караоке на всю Дерибасовскую. Ну, в общем, дальше иду. Солнце вообще, небо голубое, классное. Забежала в столовую, 130 рублей овощи с сосиской взяла. Ну что, прокатимся? Вблизи-то высокая. Попробуем. Спасибо. Без запретов. Дяденька меня посадил. Ой, как классненько. Куда мы тут припаркуемся? Мучочки. Ой, папочки. Сумочка. Давайте переезд сделаем. Сумочку в другое место поставим. О, поехали. Мало кто катается, но мне хотелось. Так что поехали. Вверху я включусь, наверное. Рынок, с которого я пришла. Вкусно очень овощи поела. 130 рублей, а очень прямо вкусно было. Тот, что быстро двигается. Так интересно выезжает поселок. Самое высокое место. Мы сейчас с вами на самом верху. Ну, железки, конечно, мешают показывать. Я тут кручусь, как могу. Вот он, пляж. Дорога.
совсем не страшно. Классно. Поселок маленький, поэтому не сильно тут интересно, кажется. Уже опускаемся. Рублей, кстати, аттракцион. Нормально. Хоть какие-то впечатления. Наверное, я быстро камеры верчу. Меня уже встречают. Так что сейчас будем парковаться. Спасибо. Классно. Пришла домой, купила себе, к сожалению, ягодки. Максу пока нельзя. Вишню, малину. Это дыньки такие. Очень хотелось попробовать, что это за дыньки. Они по 40-50 рублей. Все мою теперь с мылом. Смываю водой бутилированной. Лекарство Макс пьет. Вот этот энтофурил он обязательно пьет 3 раза в день. И между приемами его Максу надо энтеразгель пить. Так, это тоже лекарство. Филак Форт, это я пью сейчас. Взяла Макс, он слабенький уже. Ну, в общем, пока с лекарствами так. Пьем есентуки, только без газов. Сейчас вот я все взбалтывала, чтобы газы сходили. Без них водичка была. Мне кто-то из подписчиков, ну, советовал, что пепси надо. Я об этом упомянула. Так у меня подписчицы некоторые решили, что ребенок теперь у меня лечится пепсиколой. Ну, девочки, давайте в крайности не впадать. Вы видели полную бутылку. То есть я купила на всякий случай, но это ж не значит, что он ее теперь лежит и пьет. То есть, ну, вы не выдумывайте, пожалуйста. Вот. Сушки и сухари, вот такое еще он ест немножко, но только когда ему полегче. Вот. Конечно, соблюдение диеты – это важно. Я взрослый человек, я в курсе, что действительно ему сейчас практически ничего есть нельзя. Вот. Мы стараемся разумно относиться к здоровью. Обедаю я в местной столовой. Взяла окрошку, отбивную куриную и опять овощи. Что-то меня на овощи прямо тянет. Все, 330 рублей весь обед получился. Лежу у бассейна, иногда выходит солнышко, но после обеда стало более облачно. Поглядываю на лоджию, на свою. Поплавала я в бассейне. В столовой, к сожалению, я не справилась с поставленной задачей. Что-то я не рассчитала. Глаза хотят больше, чем, видимо, возможности есть у организма. Смотрите, какие красивые. Туя это или как это называется? Какие интересные кустики красивые. Там тоже вдали есть беседочки, и там дальше детская площадка. Съела я свою окрошку, по-моему, она на кефире была. Ну, не по-моему, она была на кефире. А вот со вторым блюдом я кое-как поковыряла мясо и все отнесла. Наелась только окрошкой. Наверное, я была еще не голодной. Вот. И сейчас наслаждаюсь на лежаке. Загораю. Ну, как загораю? Вот солнышко выходит, загораю, уходит. Лежу, жду солнышко. Сейчас 7:30 вечера. Скоро будет закат, и мы с вами пошли вместе смотреть на море, на закат вечером. Будет очень красиво. Не знаю, полезу я на гору или нет, но в планах посмотреть закат, как плещутся волны, посидеть, шум послушать. Ну и также, если получится, хочу встретиться с Верой. Вера, она и подписчица, и молодой блогер. Поэтому она уже, кстати, 4 дня, наверное, мы с ней никак не встретимся. В общем, мы с ней специально не договаривались, чтобы где-то пересечься. Но пока рассчитываем так случайно встретиться. Потому что, как бы я вам говорила, одна дорога на пляж, и вот эта неожиданная встреча будет намного интереснее, чем запланированная. Вот. Так что, Вера, я иду. Надеюсь, мы с тобой сегодня пересечемся. Если нет, то пока тебе большой привет. Если что, придется нам с тобой все-таки договориться и встретиться в условленном месте. А то так и прогуляем весь отпуск. Ты направо, я налево. Особенно смешно было, когда она снимала под горой, а я в это время снимала на горе. Я потом представила, как она говорит.
Светлану Светлану я еще не встретила, и тут я с горы к ней, к ногам падаю. А вот Илану Светлану, прошу любить и не жаловаться. В общем, фантазия бурная, как всегда. Ладно, у меня батарея разряжается, надеюсь, ее хватит до заката. Так, солнце еще здесь, но я вам не солнце хочу показать. Против солнца ничего не видно. Смотрите, сколько стрекоз. И они так все припарковались. Не знаю, вам видно или нет. Какая красота. Там косят. Пахнет свежескошенной травой. И прямо вот смотрите. Вся макушка в стрекозах. Вы-то против солнца. Я не знаю, вам видно. Ого! Вам видно? Все небо в стрекозах. Ой, какая красота! Обалдеть! Как мух! В туалете. Стрекоз тут. Ой, как красиво! Ну, закат я успела. Ой, прям красотень. Стрекозы меня восхитили. Я их не заметила. Я увидела, что люди смотрят что-то. Красота. Парковалась я. Я не брала лежанку, взяла полотенчик маленькое. Пойдем, может, помочь. Я хотя в купальнике. Смотрите, какое море сегодня чистое. Нас такое встречало, когда мы приехали. И на закат я успела. Прохладная водичка. Ну, это, наверное, только когда входишь. Ой, какая она сегодня чистая. Так красиво, так здорово. На пляже очень много народу. Еще и загорают. Вечернее солнце многие ловят. Многие плавают. Конечно, тут встретиться непросто. Если только уж когда разойдутся совсем люди. Ну, пока. Это сложно. Солнце уже заходит за гору. Народу стало мало. С Верой мы, правда, не встретились, но она где-то все равно здесь. Я хочу сходить вот к той горе. Я там еще не была в этот раз. Пойду схожу, посмотрю. Вид. На катамаранах плавают. Мы с вами уже спрашивали, 800 рублей час. Но вот в таком море в спокойном, наверное, одно удовольствие поплавать на катамаране. Вода прекрасная. Вот, смотрите, чистая, прямо кристальная. Здесь классно. Так, ну что, одеваем кроссовки. И пойдемте с вами сходим к той горе. Почти пришла к горе. И самое интересное то, что, смотрите, закат уже где. Около той горы, кажется, прямо за гору уходит солнце. А здесь оно вот так красиво смотрится. Надо будет здесь позагорать. И с этой стороны много уже лежаков. Вода более чистая, здесь никаких речек нету, впадающих и пачкающих море. Вот такой красивенный закат, шикарный. Ну, мы сейчас с вами до горы все равно дойдем. Вода чистая. Пришла я к горе, и вы знаете, издалека-то она казалась маленькой. Она такая большая. Я вот такая на самом деле. Ничего себе. Какая красота. Я уж людей постараюсь не снимать. Интересно. Тут недавно обвалилась гора. Ну, кусок горы. Вот видите, какие огромные камни. Ну, так устрашающе смотрится. И вот, собственно, весь пляж. Кажется маленький, но на самом деле я шла долго. Солнце уже заходит. Очень красивый закат. И там дальше рыбаки, я уже не буду вам показывать их.
смотрите. Там пещера Али-Бабы. Вау. Там рыбу ловят. Как интересно. О, видите, там много людей. Вот, собственно, как все выглядит. Телефон у меня разряжается. Это очень обидно, жалко. Знаете, я хочу, ну хотя бы чуть-чуть, давайте вот здесь вот, немножечко слазим, невысоко, совсем немножко. Хочется там быть. Сейчас, подождите. Я высоко не полезу, вот, будет невысоко. Вот как хорошо. Ну как же без ощущения острых ходить, ну как? Ну тут падать невысоко, 5 метров. Все. Ладно, спускаюсь, пошла я в номер. Может, по дороге встречу еще Веру. Ну, телефон у меня тут 4% осталось. Вот мы и встретились. Как я и хотела. Захватит солнце, последний луч, последний заряд батареи, последний процент. И это свершилось. И тут, наконец, мы нашли друг друга. Да. Под покровом ночи почти. Ну ничего, я уже рассказала народу, что тут есть сумерки, так что мы не заблудимся. И там все освещено на самом деле. И здесь по ночам пляж тоже освещают, так что здесь можно ночью ходить на пляж. Я, кстати, в прошлом году здесь смотрела противостояние Марса и Красную Луну. Было как в кино. Мы не смогли береговую охрану уговорить, чтобы они выключили свет. Все равно все освещалось на пляже. Ну, в общем, хорошо у нас все. Смотрите, какая красивая вечерняя природа, погода, место. Я даже не знаю, как это правильно сказать. Расстались мы с Верой, приятно посидели в милом таком кафе. И я бегу домой. Если можно это номер назвать домом. Ну да, можно и домом назвать. Приятно пообщались и даже договорились куда-нибудь вместе съездить, чтобы было поповаднее. Ну и веселее время проводить, когда больше народу, больше вариантов, куда сходить.